Все, поехали, да? Да. Уважаемый Кирилл Игоревич Воробьев, хотим поздравить вас с очередным прожитым годом жизни, да. Вот, хотим вам пожелать таких же крутых лидеров, которые приехали к нам, как можно больше в геометрической прогрессии расти, ну и, соответственно, почаще видеть вас, вашу активность, ваши речи, которые вы толкали на различных мероприятиях, которые зажигали меня, вашу структуру, мою структуру, ну и, соответственно, передать слово другому поздравляющему из моей структуры, Кобозеву Якову Дмитриевичу. Вообще-то Кобозеев Яков. Да. Ты что так близко снимаешь? Короче, наверное, я делаю это первый, наверное, раз, может быть, второй. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе успехов, находить как можно больше единомышленников и самому как можно больше проявлять активности, а то, чтобы все равнялись на тебя, как это было раньше, и выебах их всех. Все, передаю слово там Алине Садыковой. Да, нет, нет. Ладно, Светлане Князевой, Светлане Князевой. Да-да-да, я здесь. Так, сейчас. Кирилл, хочу поздравить тебя с днем рождения, сказать снова, что ты самый лучший руководитель, вот, ты всегда им был и останешься. Хочу сказать тебе спасибо за то, за все то, что ты для меня сделал. Вот, и самое главное хочу пожелать, это исполнение самой такой твоей заветной мечты. Вот. Привет. С днем рождения, да? Да-да. Это Кирилл? Да, Кирилл, ты вообще крутой. Я до сих пор помню, как ты вел у нас интенсив. Третью ступень. Возможно, благодаря тебе я осталась здесь. А как же я? Ну и Артём. Ах ты какая. Я говорю, вот вы есть плохие, хорошие, не бывает такой... С днем рождения, я так понимаю. Ну все, я стесняюсь. Не-не-не. Давай, Артём Андреевич, сам поздравь меня, а то на всех своих. Мне нужно поздравить? Да. Поздравляю с днем рождения. Хорошо. Два заказа, ты сколько долгов собрала? Кирилл, с днем рождения поздравь. С днем рождения, Кирилл, я тебя очень люблю. А он тебя не знает? Я все равно люблю, я всех люблю. Ну, понятно. Ну, короче, надо посмотреть. Меня видно, нет? Сейчас. О, я даже на себя смотреть могу. Ну что, уважаемый, дорогой, сладенький Кирилл Воробьев Игоревич, я тебя люблю, знай это. Поздравляю тебя с твоим днем рождения. Всего тебе самого желанного. Самого невероятного. Большое, большое первое поколение. Большую, большую скейтерскую доску. Не знаю, нужна она тебе или нет, но пускай будет. И самое главное, давай мы это, ждем тебя, все дела. Ждем мы тебя. Давай к нам. Все ждем. Вместе веселее. Ну и самое главное, давай, заходи в гости. Покурим, поедим, поиграем в футбол. Привози Лаки, привози Симбу. Не виделись уже давно, поэтому давай. Тебе уже целых 23 года, и это уже какое твое, получается, шестой день рождения, с которым я тебя поздравляю. Так вот, желаю тебе того, чтобы я поздравлял тебя еще минимум 80 лет с твоим новым днем рождения. Целую тебя и приезжай. Мы все тебя ждем. Пока. Не забывай нас. Пиши. С днем рождения.